Я что, могу снять репортаж? Но мы надеемся, вы не зайдете. Ну почему? А к Крану как относишься? Правду вам говорить? Да. А Сабуров не был интересен на тот момент, потому что о нем мало кто знал. Вот из-за таких, как вы, я уезжаю из Казахстана, почему здесь так? Приходилось работать официантом и иногда выходил как грузчиком, да, мувером работать. И я потом просто в сторис выложила, что хочу выйти замуж за, и его отметила. Канат Бисикеев – журналист, режиссер, оператор-сценарист. Учился в Нью-Йоркской академии кино. В свои 29 лет Канат Бисикеев успел снять ряд фильмов, которые набирают сотни тысяч просмотров на Ютубе. Друзья, знакомьтесь, Зарубек Арлан Канатулы, Канат Бисикеев и Айдина Бисикеева? Или не взяла фамилию мужа? Что так, Кана? Все не по-казахски, да? Не по-казахски. Слушай, ну очень красиво, уютненько у вас дома. Прям, знаешь, видно, что квартира молодоженов. Сколько лет вы уже женаты? Два года. Угу. Вот сейчас с появлением Орланчика жизнь как-то изменилась? Ну, она стала более цельной, более... Со смыслом? Да, со смыслом уже, ну, совсем по-другому смотришь на жизнь, на мир, на будущее. Мне кажется, что до женитьбы мужчина вообще не понимает, да? Да, да. Для чего, куда двигается? Вот сейчас у тебя появилась какая-то четко сформулированная цель? Да. Вот когда, наверное, даже когда беременная Дина была, я еще толком и не понимал. Да? Я был не очень лояльным, да, как-то. То есть я действительно не прочувствовал это. Когда люди говорят, там, вот, когда мы беременные, ты сразу чувствуешь. Нет, я это не прочувствовал. Я прочувствовал уже позже, когда вот Орлан появился на свет, и когда... Вот он посмотрел мне в глаза, тогда я понял, вот. Глаза в глаза? Да? Тогда мы поняли, ну все, теперь мы команда. Ну, я, знаете, вообще думаю, может быть, мне просто интервью взять у Орлана, да? Орланчик, вы уже разговариваете? Беседуете? Орланчик! Я знаю Каната Бисикеева давно. Когда Канату было еще 19 лет, я участвовала в проекте «ЕКА Жулдыз». Канат тогда был молодым фотографом, юным фотографом. Волонтером. Волонтером, бесплатно фотографировал нас. Потом куда-то эти фотографии, в общем, отправлялись. И, в общем, я ни одной фотографии не имею. Поэтому... Но они отправлялись. А куда они отправлялись? Я им давал динария, да. Ну, мне было 19 лет, мне было безумно интересно. Это был мой первый, по-моему, курс. Это было буквально 10 лет назад. Я искал себя, я знал, что мне нужно реализовываться, и чем раньше я это реализуюсь, тем будет намного легче. И, ну, меня всегда тянуло на телевидение почему-то работать. У меня была такая какая-то некая детская мечта. Ну, то есть, ты когда смотришь на телек, ты, блин, интересно посмотреть, как это все делается. И была возможность тогда через там фотокомпанию тогда на тот момент пойти волонтером на съемки. И каждое воскресенье для меня это было... больше праздник, потому что я видел, как это создается большое телевизионное шоу. Я вот у каждого учился. И действительно, я до сих пор даже со многими общаюсь. Да, вот там с главным оператором, с Гибратом Бакаевым, с тех времен мы по сей день с ним даже работаем. То есть тебя больше интересовали не звезды, не знакомство со звездами, а именно техническая часть, да? Как это все? Я следил, как режиссеры разговаривают, как, что такое ПТС, да? Там мне понравились больше ассистент. Ну и также, конечно, мне очень было... Орланчик говорит, все, вы меня уже немножечко, так сказать, напрягаете. Да, тогда мне было очень интересно в плане, ну, как в целом работают там эстрадные звезды, как у них там... Ну, впечатлило тебя все это? Да, да, конечно, впечатлило. Но почему-то потом ты сразу пошел к Алишеру в Vox Populi, то есть ты не остался в шоу-бизнесе, на телеке, ты ушел туда, где модно. Нет, не то чтобы модно. Алишер тогда создавал Vox Populi, а я был большим фанатом Vox Populi и себе поставил четкую цель, что через пару лет, через какое-то время я буду у них работать, потому что фотографы, он же сделал так, что фотожурналисты стали звездами. То есть для меня там Карл Анур, Алексей Романов, тот же Дамир Утиген для меня были рок-н-ролльщиками, мегазвездами, репортерами, которые вот и... Там, ну, я их там воспринимал как это какое-то новое Discovery. И я хотел учиться у этих ребят. И когда-то, как Алишеру, тогда меня познакомил Кайрат Нурмагомбетов, вот, которым сейчас тоже работаем с Алишером. И я ему сказал просто мельком, сказал, когда-нибудь я типа, мне нравится, что вы делаете. Он запомнил, и через какое-то время я оставил там комментарии буквально. О, я классный репортаж, и он мне написал, когда ты снимешь для нас репортаж, что меня, конечно...
удивило, что я что могу снять репортаж. Слушай, у тебя уже серебряная кнопка YouTube? Да. О, это моя мечта. Я должна до конца года. Можно я потрогаю? Потрогать. Жестко был. А, жестко был. Вот казахские наши традиции. Я люблю. Ой, ничего не сломаю. Слушай, ну у вас дома очень так по-творчески. Это чей уголок? Это наш общий. Айдины или все-таки каната? Ну, сейчас Айдина, потому что Айдина, говорит, я буду здесь все-таки работать. Здесь PlayStation. О, все секретики. Да. Что мы здесь оба сидим. Айдин, ну вы сейчас помогаете, да, канату? Мы больше Кайрату помогаем. Ну, Кайрат, это же ваш родственник. Да. Супруг родной сестры. Да, да. То есть у вас это такой семейный подряд, да? Да. Так получилось, не специально. И у вас все деньги в семью, да? Да, да, все в семью. Не сложно потом как делить? Вот вам платят зарплату? Нет. Я на вашем месте задумалась. Да, почему не платим? Ну, потому что то, что мы сейчас, ну, мы только, на самом деле, прошлый год, вот есть проект «Бинокль», есть фильмы, да, серийные фильмы, которые мы делаем с Кайратом. И сейчас мы делаем еще отдельный канал «Бинокль», там будут и маленькие репортажи выходить, маленькие проекты, вот один из всех их в основном сейчас... Мы вместе с Кайратом их делаем, поэтому еще нету там рекламы, мы на нем еще не зарабатываем, поэтому Деньги все уходят на производство. Ну хорошо. Слушайте, ну эту квартиру вы купили как? В ипотеку? Нет, я купил. Или заработал? Да, я заработал. Ой, молодец. Ну покажете квартиру? Давайте. Ну, я хочу обратить внимание наше на эту картину, потому что вот я сразу ее увидела и сразу поняла, что это Адиль Аубекеров, один из самых сегодня известных, модных художников казахских. И я хочу сказать, что работа у него не дешевая. Да. Кана, почему ты решил вдруг купить картину Адиля Аубекерова? Ну, мне жена скинула его аккаунт, сказала, я хочу эту картину. Ну, в целом, что она хотела бы, когда мы уже... Я не знаю, как это было. В общем, когда мы в Нью-Йорке были, мне очень понравилось его инстаграм, его работа, и я его выложила в инстаграме. В сторис написала, что хочу себе в зал такую картину. Думаю, другая была, правда. И потом Кане написала, что хочу, и вот он спустя год приобрел ее. Классно. Кана, ну я видела, подкаст вы записывали, да, с Адилем? Да, с Адилем, да. Впечатлил он тебя? Меня он, конечно, впечатлил. Да, в целом, я удивился, что есть такой парень, художник, и я увидел его работу, и прям что-то какое-то, прям меня она как магия засала. И мне приятно, что я ему написал, он тоже был знаком с моим творчеством, и он как бы не подарил то, что уже имел, а специально для нас нарисовал, написал. А, специально. А вы попросили его какие-то цвета? Да. Я попросила его какую-то определенную работу, но потом они сами списались, и он сказал, давайте лучше вам новую нарисую, и это был секрет, то есть мы не знали вообще, какой будет цвет. А мы уже тогда делали ремонт, и я думала, что она будет точно большая, и я не знала, какие цвета выбирать, потому что вдруг она будет какого-нибудь цвета. Ну, в итоге все сошлось. Но эта работа, Кана, она инвестиция. Да, он... Ты ее сможешь спокойненько продать, ты с таким, так сказать, умыслом ее купил. Нет, он мне классную фразу, когда он мне ее отправил, он мне классную фразу сказал, я надеюсь, что это будет поколениями в твоей семье передаваться. Святая святых, здесь спит Кана Бисикеев. Можно притронуться к этому матрасу. Слушай, ну такая у вас низкая кровать, почему? Она вообще была на ножках, но... Мы ее сломали. Каким образом? Не буду спрашивать, каким образом? В итоге мы решили, мне так нравится. Слушай, ну и удобно, ребенок сейчас же он маленький, если вдруг там упадет, тогда... Не сильно больно. Не сильно больно, не сильно высоко. Там у вас, видимо, гардероб, да? Да. Ой, ну это тоже интересно. Ну мы надеемся, вы не зайдете. Ну почему? Мы ради этого, так сказать, пришли. Ну открой шторку просто. У нас тут не как у ваших гостей обычно. Она совсем небольшая. Слушай, мои гости, им уже, знаешь, под 50. Вы там молодые. Ладно, встретимся через лет 10. Да, через лет 10. Ну здесь... Здесь, в общем, джинсы. Так, ну, в общем, вот так вот показываем. Все скромненько. Все скромненько. Слушай, ну вы... Экономичные мы. Не то чтобы экономичные. Мне кажется, что вы такое, знаете, новое поколение молодежи, которое не за брендами гоняется. Ну да. Да? То есть, мне кажется, у вас больше, вот вы готовы инвестировать в контент. Да. Во что-то такое более полезное. У нас картины дорогие, чем мебель. Вот, вот, вот. Ну, да. Бренды, ну, Ванс это как бы тоже такой модный бренд. Я удобный, знаю, благодаря Даниалу. Ну, тоже не дешевый. Да. Ну, вы этому вообще не придаете значения. Да нет, как-то мы очень... К вещам мы очень просто относимся. Айфоны, гаджеты, на это тратите деньги? Не сильно. Ну, я вот, типа, через...
там, если у нас сейчас 10-й, да, ну вот мы, окей, может, новый купим, но тоже не факт. Угу. То есть мы... Не, ну iPhone разве это не для... Работы? Инструмент, да, для того, чтобы больше зарабатывать, больше контента делать. Ну, для кого-то, но не для меня точно. То есть я все-таки зарабатываю. А как ты, кстати, к мобилографии относишься? Нормально, но это не мое. А к крану как относишься? Наверное, хорошо, но не, но я его не считаю как... Правду вам говорить? Да. Он меня заблокировал, я давно не следил за его творчеством, так что можно сказать. Но я его не считаю режиссером. Угу. Я его считаю бизнесменом. Ну, там, чувак, блогером. А он разве называет себя режиссером? Не знаю, но если... А за что заблокировал? Кран. Конкуренция! Кран, что ты меня заблокировал? Я не знаю. Почему у нас у казахов сразу вот, если что-то одинаковое делаешь, сразу конкуренты? У нас люди это, во-первых, мы с ним не конкуренты, во-первых, мы делаем разные вещи. То есть ты делаешь не более серьезные, более глубокие? Я это не говорил. Ты сейчас напоминаешь Ермека Трусунова и Баян. Нет, я это не говорил. Окей. Нет, я сам даже отправлял на его курсы своего родственника, который хотел там, я даже посоветовал, ну вот есть Хран, вот он что-то учит. То есть в плане... Почему ты тоже не хайпанул, и ты, слушай, ты это делаешь уже столько лет, ты учился в Нью-Йоркской академии кино, да? А, кстати, он тоже учился, да? Но почему ты его тоже не монетизировал эту штуку? Мобилографии? Ну, мне да. Это неинтересно. Я считаю, что... Ну, то есть то, что они делают мобилографы, я... Это работает, но это не мое. Это работает для других ребят, это работает в их сфере, но это не то, что я. Я такой, я все-таки классический, знаете, фотожурналист изначально. У меня там корень совсем другой. Я прошел какую-нибудь... Я вот, наверное, один из самых последних, кто прошел более-менее школу вот эту, который не сразу стал там блогером, там чуваком с камерой, да, который не учился на Ютубе, а я все-таки учился. Да, учился у старших коллег, да, учился у журналистов, учился писать у журналистов, да, учился там создавать что-то. Я прошел какую-то некую школу, и в итоге пришла новая волна, которая отрицает вот эту всю новую школу. А я не отрицаю, мне нравится. Я просто начал продолжать делать свое. Люди, которые начали плеяду вот новеньких ребят, которые там делают мимилографию, то есть мне это нравится, но это не мое. Курсы ты будешь запускать свои? Я думал как-то даже насчет курсов. Слушай, ну если ты думал, значит ты запустишь. Думал. Когда человек о чем-то думает, он но рано или поздно... Может быть, но сейчас на данный момент столько дел, столько всего хочется сделать, но пока... если будут курсы, это будет как-то точно, это не массовый будет продукт, наверное. Как я люблю приходить к казахам в гости, всегда чай нальют. Ты снял про Нурлана Сабурова фильм. Да. Это было, по-моему, 2 или 3 года назад, да? 3 года назад. Наверное, да. Тогда он не был таким мега популярным, как сейчас. Сейчас добраться до Нурлана Сабурова легче, по-моему, это, знаешь, он на Марс летает. Как ты с ним познакомился? Мы были в Москве, мой друг Ержан, который вот ведет со мной как раз-таки сейчас подкаст. Коржик. Он путешествовал по миру, и я снимал фильм параллельно про Коржиком, про путешествия. И мы были в Москве, и он говорит, о, классно было бы встретиться бы там с Элуаном и с Нурланом Сабуровым. И я почему-то подумал, ну почему не встретиться с ними? Реально, ну это же не так сложно же, по сути. Я начал пробивать, как можно связаться с Нурланом Сабуровым, через наших КВНщиков, но в итоге я не смог через них пробить. Чё, поделаешь? А потом... Спать он хочет, да? Может, будем это просто кормить его? А потом в итоге, короче, я ему написал, я нашел его в социальную сеть ВКонтакте, он тогда сидел, и я нашел его, и по итогу я ему написал, и он мне ответил. Я говорю, вот мы просто казахи в Москве, просто хотим приехать, посмотрим. Говорю, а с какой целью? Говорю, да нет, просто посмотреть твой концерт и познакомиться, поздороваться. Он скинул афишу, я позвонил туда, места были, это был маленький бар, места были уже забиты. Я напишу ему, слушай, места забиты, нет места. Он говорит, блин, ну ладно, во сколько? Я говорю, двое, но нас пришло трое. Для него. Да, с нами был еще наш друг третий. Он это пожалел вообще, что начал с тобой переписываться. Он посмотрел на нас, увидел нас, что нас трое. Зачем я вообще ему ответил? Так и было, он посмотрел на нас трое, блин. И уже не знаю, то есть двоих он как-то мог там около бара. В итоге куда-то нас пристранил. Так, мы постояли, даже потом с нами шутил, какие-то нам с бару шутки откидывал, что тут казахи приехали. А что это был за бар? Ну, это был стендап какой-то бар такой, до сих пор там, по-моему, идут выступления стендапа, небольшие, где комики приходят проверять свой материал.
То есть это было на самом деле очень простое. Он сфотографировался с нами, мы так пожали руки. Он говорит: о, я пойду на, там, на метро белорусское. Мы такие: проводить? Он говорит: нет, не надо. Вот как бы такое шапочное буквально знакомство. Но потом я также на обратном уже летел через Москву. Я ему снова написал, говорю: слушай, я лечу через Москву, давай еще раз встретимся. И вот тогда мы уже второй раз встретились, и уже, знаете, вот как-то расположили друг друга, прям подружились. Я там привез ему даже какие-то там, то, что он меня попросил там купить кое-что. Нет, с Америки, купить ему кое-что там для его детей. А, из Америки? Я уже из Америки летел, да, уже на обратке, там буквально через полгода. И тогда мы уже более-менее списались, и я как-то предложил им, он уже видел, он уже начал смотреть мои фильмы. Уже, то есть у него появился какой-то интерес к моему творчеству, и я как-то ему предложил, какой курс это было бы тебя снять, просто про стендап, про то, как, ну, в целом. Я даже не знал, какая это будет идея, просто хотел подснять, поснимать его, и он говорит: я не знаю, как это будет, но давай, мне это интересно. И я начал просто буквально, когда он приезжал в Казахстан, там, снимать. Не, ну у вас был какой-то сценарий? Нет, не было, я просто снимал. То есть ты просто его снимал, снимал, снимал везде, а потом это все слил? Да, потом мне, нет, потом я четкую линию понял, что это фильм не о Нурлане Сабурове, это о ребятах из провинции. Из-за этого у меня, потому что в линии там у меня же, что он встречается с Молданазаром, да, в студии Молданазара, слушает его будущий хит, он там едет на бой Гены Головкина, он там на стендапе встречается там с Адилем Жалелом, да, с Криптонитом. То есть, и я, по сути, сделал параллели. Эти все ребята из провинции, из Казахстана, они все буквально разные, но их что-то связывает, и это фильм больше о провинциальных ребят, которые достигли больших высот. Но еще есть, мне кажется, такая взаимная поддержка. Да, и она какая-то вот взаимная. Она какая-то, мне кажется, невидимая, но она вот как-то чувствуется. Да, да? Слушай, а Степногорск, вот как родилась идея ехать в Степногорск? Ну, я уже смонтировал буквально фильм, и я понял, что нету зерна, а зерно должно быть откуда это, и как говорить о человеке, ну, как можно сказать, рассказать о человеке, не показать, откуда он, да? И я говорю, а у него как раз-таки концерт в Степногорске. Или он просто поехал в Степногорск. Сперва, я два раза был в Степногорске. Все, я был два раза в Степногорске. И вот открывал сцену, где он идет с ребенком, говорит, как мы познакомились с мамой, с его женой, ну, своему ребенку. Все сурово, все очень брутально. Да? Понимаешь? Вот здесь вот спартан. Ничего мягкого. Все очень жестко. И это вот он поехал летом, там, даже вот давайте Кудай-Тамах, по-моему, своим родственникам. Слушай, ну это крутой фильм получился. Да, мне кажется. Ты доволен? Я очень доволен. И он тоже очень рад. Он... Наверное, насмотрелся. ДК «Горняк», где я начинал, где я первый раз вышел на КВНовскую сцену. Ну, я имею в виду большом масштабе, городском масштабе. То есть я в школе играл. И у меня, знаешь, такое ощущение сложилось, может быть, я ошибаюсь, я не претендую на то, что это правда, что Юрий Дудь вдохновился твоим фильмом, и после пошла вот эта серия про казахов. Не думаю, что это так. Думаю, там другие аспекты, но, может быть, он посмотрел его. Ну, ты никогда до этого не слышал такой версии, что... Нет. Никогда не слышал, но слышал только от жены, по-моему, своей. Или нет. Я другое имела в виду, то, что он сначала Дудь брал интервью так просто, они сидели в одной комнате, а потом, получается, он начал ездить в родные края гостя и показывать с его стороны. Я просто подумала, может быть... Просто параллель. Да, просто. Но я не говорила о том, что вот Дудь там взял ту идею. Я говорю, очень похоже. Просто похоже. Очень то, что именно вот ездить на родные... Ну, ты оказался в списке казахов модных. Модных. Да, в списке Дудя. В том самом списке. Я можно думаю, просто что... написать «я в том самом списке». Да, но я думаю, что для тебя, наверное, было приятно это. Я, конечно, удивился, да. Удивился? Но да, мне кажется, что это список, по которому он идет и потихонечку, постепенно берет вот у наших казахов интервью. И, по сути, Дудь очень сильно влияет на рынок, потому что у него огромное количество подписчиков, 9 миллионов, да, по-моему. И интерес, вот я смотрю, что не только... Дудь сейчас, вот очень многие россияне, да, там повернули свои головы в сторону Казахстана. Вот Лаура Джугилия недавно там Джахалева писала, да, Иманбека писала. Да. То есть проявился такой интерес. Ну и ты тоже имеешь влияние, да, на то, чтобы твой герой затем становился каким-то интересным. Интересным после, да? После, да. То есть ты это почувствовал?
Видите как, я свой канал, когда делал, у меня не было цели снимать молодых, знаменитых ребят. Если бы тогда бы я не снял бы просто Сабуров, я бы сейчас бы Сабуров навряд ли бы снял бы. Потому что мне бы уже не было бы так интересно самому. А Сабуров не был интересен на тот момент, потому что о нем мало кто знал и не знает его как настоящим. Я хотел показать, потому что он настоящий. Мне все говорят, почему он такой там закрытый, грустный. Я говорю, ну, на самом деле он был на тот момент свой жизнь был таким. Сейчас он открылся, сейчас он другой, сейчас он сам раскрылся. Ну, здесь у тебя прям операторский рай, да? Да нет, тут просто... Да, здесь смотри всякие. А, это же для подкаста, да? Да, для подкаста. Кто грыз? Это сын Молданазара. А, сын Молданазара? Этот микрофон вообще легендарный, мне его дал Эмиль Досов. Это не мой, это эти два мои, это вот микрофон телеканала ГКУ Эмиля Досова. Угу. И на него писал альбом в свое время Молданазар, на него писал альбом 91, на него писали альбомы очень много эстрад, на него пел вот, он в УЮ, ребят, тоже был. А где ты берешь вообще оборудование? Ну, из-за того, что я там жил в Америке, и у меня есть все Америки, разные, да? Выходы, да, и я покупаю там. На Амазоне? На Амазоне, на B&H. Примерно на какую сумму у тебя оборудование? Все, ну видите, у меня все там. На какую сумму, да, я не знаю, наверное, 30 тысяч долларов, может быть. Всего лишь? Может, я думала, ну на 100, там, на 200. А может быть, не знаю. Да? То есть ты постоянно докупаешь? Постоянно докупаю, постоянно что-то. Я уже давно не считаю. А, если все посчитать, все, там даже харды же, это все. Угу. Может быть, все это дорого, но я уже не считаю. То есть ты просто вот каждый месяц что-то докупаешь, да? Да, как бы отношусь, как... Даже нужна какая-нибудь отвертка, она стоит там 300 долларов. Вот сейчас жду там флешку, супербыстро какая-то флешка, 500 долларов. Когда такие флешки начали появляться? А сколько у тебя сейчас на тебя, сколько людей работает? У меня вот мой личный ассистент есть, Максат, ребята вот остальные, они работают на бинокл, это отдельно, но и так на аутсорсе. Так, мы вот в этом кабинете, я и Максат, то есть я и ассистент. А, да? Два человека? Два человека. Да, я там работаю, допустим, с дизайнером и с моушен-дизайнером, я их в жизни ни разу не видел, но работаем уже больше 3 лет. Ну, у меня то же самое с графическим дизайнером. Вот, и я думаю, если мы пройдем по улице, я пройду мимо них, потому что я даже не знаю, как они выглядят. Слушай, ну это же пандемия, карантин как раз нас и научила, да, вообще все делать из дома или из офиса, да? Да. У тебя такой симпатичный офис, здесь фотографии людей, которые к тебе приходили, да? Да, на чашку чая. На чашку чая. Ну, здесь Молданазар, ты прям дружишь с ним, да? Я прям его люблю, дружу и считаю, что это самый великий человек в нашей современности. Mm-hmm. Ну, как музыкант, как человек творчества. Здесь Чеботкова только что видела, вот Чеботков, да? Да, мы с ним записали подкаст, но, к сожалению, он не выйдет. Почему? Просто потому, что мы записали очень поздно ночью, мы были уставшие, у нас на самом деле не получилось так, как мы хотели. И мы Слушай, ну жалко. Жалко, и... Ну, человек попросил, сказал, давай потом когда-нибудь еще перезапишем, а сейчас пока смысла не вижу. Слушай, а что за кресло? Это ты из Америки привез? Это кресло мне подарил мой хороший знакомый, друг. У него в гараже они завалялись, и я попросил у них, можно я их заберу? Вот на мой взгляд, вот каждое мое интервью, оно с каждым разом все лучше и лучше, да? Угу. Я считаю, что только в процессе делания ты можешь считаться лучше, да? То есть вот ты сколько фильмов делаешь в год сейчас? Ежемесячно выпускаю по какому-то маленькому доку. Это не слишком много для того, чтобы сделать что-то прям уникальное? Хороший вопрос. Возможно, но сейчас я думаю, что я фильмы делаю больше. То есть не так больше, как раньше, как в прошлом году, как позапрошлом году. Но это же, видите, моя площадка YouTube. И есть правила своего Ютуба. И если ты будешь делать раз в полгода, то ты, ну, это тяжело, ты не наберешь. Там большие фильмы, как «Бинокль», мы делаем в раз в 3 месяца. Мы делаем около 3-4 месяцев. И мы там мы вкладываемся. И они большие у нас. Это влияет, возможно, но я не могу. Для меня это большая тренажерка. То есть я считаю, что у меня скорость, выносливость, я могу параллельно делать несколько проектов. То есть без вот этой школы я бы не стал брать. Вот сейчас у тебя сколько проектов? Вот у меня есть проект «Замандас», да, который практически, подкаст. Да, подкаст еженедельно выходит. Ну, мы стараемся еженедельно, через раз в день. Ты его делаешь выходить. Для чего? Для того, чтобы быть популярным среди молодежи? Для того, чтобы высказываться. Твой... Я понял, что в Казахстане нету площадки, куда бы я пришел бы вот так бы, да. Это я вот вам, из-за того, что мы большого вам уважения, я вам даю сейчас интервью. А вот так я понял, что в Казахстане не так много площадок, куда бы мне пришло. Хотелось бы прийти и дать интервью или
подкаст, высказаться. Я был у ребят на «Фея Перезад» на подкасте. Орта, неплохая площадка. Да, наверное. Ну вот, и я пришел, мне не понравилось, как меня смонтировали, потому что я пришел с совсем другим месседжем, этот, который мой месседж. Ты же Никана вообще предложил? Я вам сам все сниму, сам все смонтирую. Да, потому что на исходе... Я, знаете, я такая обрадовалась сначала, думаю, молодец, какой первый раз такое уникальное предложение. Уникальное торговое предложение. Да, вы просто приедете сами. Приедете просто сами, посидите, помолчите. Мне нравится то, что ты делаешь, но вот ты не распыляешься, то, что у тебя там подкаст, там еще что-то. То есть для того, чтобы создавать что-то большое, это нужно... к этому готовиться и, знаете, вот, чтобы сделать марш-бросок, да, или там, как Олимпийские игры, да, один раз в 4 года, это же нужно к этому готовиться. У нас есть несколько, для меня, типа, как подкаст, как еще там есть, у меня есть, я распределяю, есть подкаст, есть документальные фильмы, которые, они небольшие, я их распределяю как просто, как док-серия. Есть фильмы «Бинокль», где мы вкладываемся, есть еще мы будем снимать, дай бог, следующий год мы планируем полнометражные документальные, большие снять. Mm. То есть это все идет параллельно. Новый дом. Ремонт, соседи. Вот, ну и из-за этого как бы тебе приходится... Ну что ты зарабатываешь? Я снимаю коммерческие документальные фильмы. Фильм «Аул» был снят с партнерства с Билайн. Сейчас мы сняли фильм с British Council, сняли фильм про молодежь Атрау, такая, да, про... Почему? Ты же фильм «Жена» был снят на... На деньги Казах ТВ. Нет, на деньги Казах ТВ. А что там говорили? Сорос. Сорос поддерживает проект «Бинокль». Взяли грант. Годичные, и они как бы помогают нам содержать команду, содержать какие-то вещи, но это не такие большие деньги, как всем людям кажется, что вот. То есть нам для фильма «Жена» даже, который бюджет давал нам Казах ТВ, нам этого не хватало, мы взяли дополнительно, то есть у Сороса, то есть это такое партнерство. А как это происходит? Сначала ты придумываешь классную идею, у тебя есть желание снять там условно фильм «Жена», и ты идешь, ищешь спонсора, или же спонсор тебе приходит и говорит, я хочу снять. Скорее всего, второе. Второе, да? Больше. А как потому же что... творчество? А мое творчество, я снимаю фильмы, которые выходят, и то есть мне не нужен спонсор. У меня есть, то есть, мои руки, камеры, да, и я могу снимать, в принципе, сам, да. Но это не затратно. Это не сильно затратно для меня. А «Монголию» ты с кем снимал? Я же снимал, помните, проект «Кушпенделер», телеканал. А, вот еще как я зарабатываю, да, я же иногда снимаю для телеканалов. Ну, бывает. Ну, каналы нормально платят? Ну, не так много, как мне хотелось. Но для меня это просто поддержать какой-то тонус, поддержать команду, поддержать на плаву. В целом, знаете, я сейчас, когда ты начал работать, и там тебе надо содержать какую-то команду, ты сейчас пытаешься брать все, что на плаву. Ну, что в целом хотя бы. То есть... Вот, кстати, я это часто слышу, вот и Баян мне тоже, подруга моя, говорит о том, что вынуждены иногда брать проекты для того, чтобы просто кормить команду, да? Да. Ну, в целом, держаться как-то на плаву, держаться в тонусе. Нет такого. Я, конечно, не буду снимать очень супер зашкварные какие-то вещи, которые мне идеологически не подходят. Ну, «Монголия» тебя впечатлила? Для меня это мой очень любимый проект, я горжусь им. Я очень мечтаю вернуться, но сейчас туда вернуться невозможно из-за пандемии, потому что Монголия супер закрытая сейчас страна. Я думаю, что через год я туда вернусь уже. Мне нравится в тебе, что твоя легкость, да? То есть ты такой, готов и в Афганистан отправиться, и в Сирию, да. И в Монголию, да? То есть тебе там, если позвонят, предложат, ты сразу принимаешь решение. Практически, да. Но сейчас было предложение съездить в Афганистан, но пока я его держу так. Почему? Ну, потому что... Опасно? Надо проверить. Ты же любишь такие небезопасные. Ну, сейчас я стал отцом, и как бы у меня есть... Возвращаться надо, да? Да, есть кому возвращаться, и у меня есть семья, и очень важно, то есть... Но про талибов хочется, да? Снять, как строится государство, да, сейчас. Просто у меня здесь такое включается, там, либо то ли журналист, то ли вот чувак с камеры, документалист включается. Просто интересно это снять, и, на самом деле, эти ощущения очень дорогие ощущения. То есть ты можешь даже сам заплатить, чтобы сняться, да. Чтобы... Вот это, кстати, могут только журналисты прочувствовать и понять. Вот я то же самое. Я тоже готова сама заплатить. И это, кстати, проверяется, есть такой тест. Готов ли ты заплатить за то, что ты делаешь? А я платил тоже. Если готов, то, значит, это то, чем... То есть да. Ты занимаешься любимым делом. Я платил за интервью. Пойдем в гости к твоему... Вы платили за интервью? Кому, тебе? Кому-нибудь. Нет. Когда-нибудь еще. В жизни. Нет еще. Да, вот я платил. Кому? Просто намекли, надо помочь, надо оплатить какую-то сумму в фонд. И я оплатил этот фонд. А кто это, кому ты оплатил? История из Монголии. Айшопан. Да.
То есть ты оплатил фонд? Я оплатил, есть именно ее фонд, мне как бы намекнули. Во-первых, там интересная история, могу ее рассказать, думаю, ее можно рассказать, потому что, так как ее снял Sony, ну, Sony Pictures, до меня, да, и к ней был выход очень тяжелый, и со всего мира и люди ездили, чтобы просто на нее посмотреть, и они когда, видимо, оплачивали. Они это монетизировали? Они монетизировали, да, и тут я приехал казах, и бесплатно они... Бесплатно снимать. Да, и они очень так скептически отнеслись, очень, во-первых, они первый раз отказали мне сниматься. А я прям очень хотел. И я второй раз. И потом в итоге мне позвонил, так сказать, смотрящий за казахскую диаспору из Монголии. Из Улан-Удэ позвонил взрослый ахсакал, казах. Поговорил со мной, поболтал, прям на казахском. Мы с ним около получаса поговорили. Я рассказал, кто я такой. Потом он посмотрел мой фильм «Бала», и он дал разрешение. Сказал, договорился с его отцом, сказал, что надо дать интервью этому парню. И я поехал, снял. Ну и в итоге я как бы по намекам понял, что есть фонд, я услышал это, и я оплатил. Там, сколько это было? Ну я тогда просто сумму, которая там такая, я $300 туда перевел в этот фонд. Ну ты знаешь, ты помог на самом деле, Шолпан, то есть и даже если, потому что там же непростые условия жизни. Да, я перевел, но плюс я еще купил шубу у них. Униже. Вот эту же шубу купил. Прям которая, на которая была? Да, которая объездила по всем фестивалям, кинофестивалям. Для меня было важно купить эту шубу. Как работать везде? Интересно. В плане того, что я же с Кайратом буквально познакомился с творчеством из-за Кайрата. Ну, то есть, потому что у него был первый фотоаппарат, и я пользовался его фотоаппаратом. Это сколько лет назад было? Это было 13 лет назад, наверное. Сейчас, подожди, 13 это был 2011 год. 11 год? Не, раньше. 2000. Я в школе учился еще. 11 класс. 10 год, наверное, да? Да, больше 10 лет. Да. Слушай, получается, Кайрат, вы заразились творчеством у Каната? Или Канат все-таки у вас? Кто кого укусил? У нас временно, видите, вначале я, потому что у него появился первый фотоаппарат, и, в принципе, он был ближе к этому. Я тоже хотел этим заниматься, потом сестра мне подарила фотоаппарат и все вот оттуда. Потом мы с вами познакомились, как бы вот такая цепочка. Да, идет. Да. Потом Алишер, потом Америка. Да, потом Америка, потом здесь вот Кайрат. Теперь вот здесь как бы чуть я его уже начал заражать. Америка, вот. Америка сделала большой такой апгрейд для Каната, да? То есть и Канат Бисикеев на сегодняшний день такой бренд, которому доверяют. Я думаю, Сель, не сложно, наверное, да? Со спонсорами, вообще с любым рекламодателем, да? Потому что... Ну, Кане доверяют, и все хотят с ним работать. То есть вот все-таки нужно уезжать для того, чтобы набраться вот этого опыта, потом возвращаться и уже работать со своим уже таким устоявшимся брендом. Ну, видимо, период просто был такой, когда ему нужно было. Например, Асельке не нужно было, она и не училась в Америке. Она уезжала просто, чтобы поработать. А я вообще с Казахстана никогда не уезжал. Хотя, наверное, была такая возможность, но я думал, что как бы, мне здесь хорошо. Но на самом деле, я думаю, что дело не совсем в Америке, дело как раз-таки во внутреннем стержне. Вот, он либо есть, либо его нет, да, и чем его наполняет там человек. Вот, и дело там даже не в Америке, это можно там жить в Актюбинске, приехать сюда, там, ребята с Павлодара, да, мы есть, которые, ну, уже достаточно взрослые, раз, и в какой-то момент становятся там звездами музыки. Вот сейчас покоряют Москву, очень много таких примеров мы знаем. Вот, им никакая Америка не нужна была. Они жили в Павлодаре, там росли. Расскажите, Кайрат, а как вообще удобно, комфортно работать? Вот здесь все родственники, жены. Да нормально, да? Нормально, комфортно? Каждый выполняет свою работу. Мы же видите, это даже не специально сделали. У нас не было такого, нам надо вместе работать. Там. Это все буквально само по себе. То есть я там начал работать, я понимаю, что там делать презентации, делать там, составлять смету, все это высчитывать, мне это тяжело дается. Я попросил вначале, просил сестру, да, потом Кайрат сейчас мне помогает тем, что есть отдельные проекты наши большие коммерческие, где я не могу вести весь проект один, да, мне надо там заниматься творчеством. Кайрат забрал эту, как бы, от меня такую, то есть облегчил мою работу и ведет клиентов от проекта до конца, то есть он ведет. Раньше ты мог забыть про клиента? Я мог, как бы, да, и мог, если без настроения, мог написать, сказать, ну, там, творчество включить, не трожьте меня, там, буквально материться и сказать, там, вы, вот из-за таких, как вы, я уезжаю из Казахстана, почему здесь так? Ну, то есть я очень, за каждую правку я зубами всегда грызусь, сейчас, да. Сейчас от тебя от этого отградили? Да, сейчас я, как бы, жалуюсь только Кайрату.
Кайрат это принимает, у него тяжелая очень работа, он принимает, такой созидает. И как бы все то, что я имею в виду, и то, что мы все имеем в виду, ему надо сделать так, магически как-то, вот с клиентами, партнерами с нашими донести, чтобы они сказали, да блин, вы же правы, мы же именно это и хотим. То есть все это так работает, и это так... Ну, жена проекта, это же не коммерция? Да там практически нет никакой коммерции. Там есть бюджет как бы на создание фильма, но это не коммерция. Вот. Там есть как бы заказчик, понятно, что телеканал есть, вот, и... Но это всегда сложно. А Устас? Устас — это фестиваль у нас заказывал. Вот, есть фестиваль Go Viral, да, они как бы заказывают такие вещи. Ну и плюс фонды, мы там с фондом Soros немного работаем. И вот по каким-то вещам. Но это все равно небольшие деньги. Да, это небольшие деньги, они позволяют минимальные какие-то вещи вкладывать вот в проект. Вот, но тем не менее. И сейчас мы, ну, вы доросли до того, чтобы у нас партнеры просто поддерживают нас, хотят, чтобы мы создавали, продолжали двигаться, продолжали делать фильмы. А вот успех Айсултана Сеитова тебя впечатляет? Да, конечно, меня это очень даже вдохновляет. Я так поняла, что он вообще просто... поставил перед собой четкую цель, да, работать просто с супер-мега-звездами Голливуда, там, Лос-Анджелеса, Америки. И все, и он просто пошел туда и остался там. Да, наверное, так. А ты был там? Я был там. Ну и почему не остался? Почему не остался в Америке? Да. Ну, тут, наверное, нужно правильно... тут вообще не надо сравнивать никак. Тут разные время, разные судьбы и разные в целом истории, да? У меня то, что я, видите, я изначально я не люблю работать с артистами, то есть я не люблю работать с известными, я люблю снимать простых людей, я люблю снимать простые истории, я люблю снимать людей, которые никогда не снимались и не хотят сниматься. Меня это безумно прям вот прет от этого, меня прям, и я в этом вижу ему все равно, как ты его снимешь, ему главное, чтобы с тобой поговорить, да, допустим, но в этом разговоре я его снимаю, и на этом тяжело это... ну, придать этому большое такое имя, значение, и когда ты снимаешь там с артистом, у меня была бы, наверное, возможность снимать с артистом, да, вот после, наверное, Сабурова я бы мог, знаете, не так сложно было бы, но я это сам искренне не очень сильно хочу, там, работать с большими артистами. Ну, и Иван Сабуров до твоего фильма тоже не был еще тогда таким... Да, сейчас бы, если бы сейчас ты снял, это был бы совершенно другой фильм. Да, совершенно другой фильм. Про звезду, да? И я очень горжусь, что я снял вовремя, что я снял именно тогда, я очень горжусь. Но здесь нужно прям пульс иметь и чувствовать время. Да. Эдина, а почему ты приняла решение работать с Ханой? Ну... Тебя же интересует арт. На самом деле мы начали с того, что ребята решили позвать меня в бинокль и помогать им как продюсер. Вот. И потом мы решили, что вообще... изначально мы хотели, чтобы я была ведущей, чтобы немножко поменять Канин формат, именно чтобы бинокль отличался от его обычных фильмов, и чтобы я была там ведущей. Потом как-то решили, что Кайрат будет ведущим, потом Канат. И я говорю, блин, можно меня куда-нибудь туда тоже впихнуть? И сделали для меня вот эти объяснения, где я появляюсь там на минуту, объясняю что-то, какую-то тему. Вот. И так потом Кайрат меня уже пригласил туда, чтобы я уже ему помогала. То есть я не совсем работаю с Канатом, я больше с Кайратом. У тебя не бывает такого эмоционального выгорания, когда или там вот от того, что ты ездишь, и вот хочется приехать и вообще ничего не делать? У меня бывают такие моменты, но недолгие. Я все равно потом скучаю очень по своему ремеслу. И прям вот прям ностальгирую, прям хочу взять камеру. Я действительно очень... Я куда-нибудь рвану, да? Да, я вот действительно очень люблю свое дело. Прям я прям вот... А творческого кризиса никогда не было? Пока не наступал. Мне даже интересно. Может, у меня... Я интересно, когда он наступит, как я с ним справлюсь. Но бывали моменты. Вот, я думаю, что 2020 год был для меня, может быть, таким очень тяжелым. Почему? Ну, в целом, как бы, я находился во время пандемии в Америке, я приехал в Алмату, без никаких проектов, потому что у меня проекты, как бы, они у меня прописаны на ближайшее время, и я понимал, что у меня были какие-то проекты, которые уже начали отменяться, и буквально еженедельно я получал какие-то письма, что наш проект отменился в связи с пандемией, и было такое, чуть не очень комфортное время для меня. Вот. Потом у меня заболел отец буквально. А что случилось? Он заболел очень такой редкой болезнью, называется синдром Гиена-Барре.
Это когда вирус попадает в нервную систему, и твоя нервная система, ну, рушится, и конечности отказывают. И я буквально вот, ну, наблюдал, как там ежедневно я теряю там отца, то есть в плане того, что там, то сегодня руки, ноги, потом все тело, потом вот он прикован к кровати, и такой был момент. А сейчас как? Сейчас, ну, слава богу, мы пережили лечится этот... Лечится эта болезнь? Она не лечится, с ней возможно жить. И вот, и мы пережили этот кризис, мы его... И сейчас, в принципе, мы даже о ней не вспоминаем. Ну, то есть... То есть он выздоровел? Может, он мне не говорит, что он выздоровел, но мы как бы уже не... То есть он, по крайней мере, уже передвигается, ходит, живет полноценной жизнью. То есть уже на качество жизни не влияет. Но нужно было время, то есть нужно было усилие, и мы как-то с этим очень справились. Я знаю, что это сподвигло тебя на то, чтобы построить отцу дом. Не то, что как бы... мой отец до этой болезни жил в ауле. Ну, то есть он несколько лет, там, около 3-4 лет жил в ауле, занимался сельским хозяйством занимался, да, но из-за болезни ему пришлось как бы отказаться, и он переехал в город, и я понял, что для него жить там в квартире, где мы раньше, ну, до сих пор живем, в принципе, мои родители, уже скучно, тесно, и я понял, что для родителей нужно что-то новое, и он купил землю. Буквально год до болезни, и я решил помочь, да, мы решили строить, вот я, моя сестра, мы решили построить дом. Скажи мне, вот когда ты жил в Америке, я читала в одном из интервью, ты говорил, что было очень сложно, потому что, первое, ты не знал английский, второе, тебе приходилось учиться и параллельно еще подрабатывать, чтобы, ну, нормально жить. Да. Там приходилось работать грузчиком, да? Проходилось работать официантом, и иногда выходил как грузчиком, да, мувером работать, но это не было постоянно. Я всегда знал, что это все это временно. А почему ты не предложил просто там всем казахам, которые живут в Америке, давайте я буду снимать ваши той, там, я не знаю, дни рождения, мероприятия, там, какие-то мини-фильмы? И, во-первых, не так много итоев там, наверное, у казахов. Ну, какие-то мини-тои? Не знаю, я как-то, как бы я это и не хотел, наверное, снимать. У меня получалось... Лучше, чем ходить грузчиком работать. А мне нравилось работать грузчиком. Да? Да, мне нравилось. Я же не просто пошел там. И я изучал национальность, изучал, как живут другие люди. То есть меня это... Я совсем все по-другому на это смотрел. Я смотрел на это как временную такую мою практику, где надо взять, получить. Я очень много нового получил. Я научился ценить труд, работать, вообще в целом ценить труд, да. И я понял физический труд. Я понял... В принципе, понял психологию людей, что мы все, в принципе, похожи, что все одинаковые проблемы, что быт у людей одинаковый. То есть, и для меня, и я видел ты разные... Ты заходил в роскошные американские дома? Роскошные американские, в супербедные, встречал супербогатых жадных людей. И бывало такое, что приходилось выбивать чаевые, потому что мы жили на чаевые, да, и когда тебе оплачивают фиксу, которая, это все уходит в компанию, а ты живешь на чаевые, и когда ты понимаешь, что ты работал 12 часов, и ты просто работал бесплатно, ты идешь и выбиваешь деньги, и говоришь... А как можно выбить из богатого американца? Ну, просто подходишь и говоришь, смотри, вот тот парень, мы сегодня работали бесплатно, просто потому что ты не заплатил нам чаевые. Все, что ты заплатил компании. Мы получаем чаевые. Ну, просто пытаешься объяснить ему на понятном ему языке, что как бы ты не должен, но будь человеком. Ты должен заплатить нам поверх этой суммы еще отдельно. То есть это, в принципе, культурный код, который не нужно объяснять. И они платили сразу, да? Извинялись, дико извинялись. Но я видел, что они были жадными, но им приходилось. Я, конечно, не любил это делать, но иногда приходилось. Ну, как живут богатые американцы? Богатые американцы, на самом деле, очень жадные. То есть очень они просто лишний доллар не заплатят. Очень были щедрыми наши люди, которые средний класс, которые буквально, ну, вот там появились небольшие деньги, да, и это выходцы в основном из бывшего Советского Союза. Вот они были более-менее всегда щедрыми, более-менее, потому что они как-то понимали это. А где ты жил там? Я жил по-разному. Там у меня, где придется? Да. Жил где-то... Где больше застанет. Когда учился, жил там с другом, да, в комнату снимал. Слушай, потом... когда ты учился в Нью-Йоркской киноакадемии, да, тебе платил обучение фонд Саби, да? Фонд Саби, за что я безумно благодарен. Но они тебе не давали стипендию. Фонд Саби мне помогал покрывать жилье, но стипендии определенно, что на какие-то карманные расходы нет, но это как бы не их была обязанность. Да? И на благо большое спасибо, что они вообще мне открыли этот путь. А как ты, кстати, к ним пришел?
Предложил идею? Нет. У них была программа «Алем» называется. Это программа, когда они студентов или таких, ну, талантливых дарований, да, если ты там отправляешь, могут оплатить обучение там за рубежом, либо это дети из сельских, ну, там, из аула, они могут оплатить там где-нибудь в Казгу, да, в городских. То есть такой грант, да? Такой грант, да. То есть, если ты поступаешь, у тебя нет денег финансировать, то они могут профинансировать. И я прошел по этой программе, потом я проходил несколько собеседований, и вот, и да, я попросил деньги на обучение и сказал, что я хочу быть фотожурналистом, фотодокументалистом. Объяснил, что я хочу вот снимать истории, этому нигде не обучиться. И я сейчас я объяснил тем, что я очень молодой, и как будто я чувствую свой потолок. Слушай, ну сейчас для фонда Саби это крутой кейс, да? Что вот они отправили Кану Бесикееву в Америку. Да, вот на сегодняшний день это известный молодой режиссер. Да, я безумно, до сих пор безумно благодарен. Дружишь с ними? Дружу, очень уважаю. И я помню, когда вышел фильм «Бала», Асель Мангалиевна мне позвонила и сказала очень классную фразу, что «Спасибо, что ты дал мне понимание, что я не зря этим занимаюсь, не зря занимаюсь благотворительностью, и что я тебя отправил не просто так, и что появился фильм «Бала», и я посмотрел, и просто за это благодарна». Конечно, для меня это была очень большая для меня оценка, что я даже своей маме сказал, моя мама там прослезилась. А ты кому-нибудь помогаешь? Помогаю, да. Вот у меня вот ассистенты. Да, то есть я также их обучаю, воспитываю, когда они ко мне приходят, я им говорю, и там за год я вас обучу больше, чем другая любая какая-нибудь академия у нас в Казахстане, потому что вы будете работать на практике, будет куча много работы. И в целом у меня, знаете, такое плеяда сейчас ассистентов, которые работают у меня год-два, а потом уходят и выстреливают сами, находят свой путь, и в целом... Ну ты к этому не относишься жадно, да? Потому что многие боятся делиться опытом, чтобы завтра не открыли там похожие... Нет, не отношусь к этому жадно, но тоже очень так болезненно с ними расстаюсь, конечно, всегда. Потому что для меня это... Конфликт? Нет, почему сразу? Для меня всегда болезненно, просто потому что я очень привыкаю к людям, очень и... Ну и приходится заново искать, заново обучать, все это по-новому строить. А интересно жить с режиссером? Да. Да? Да. Но вот когда познакомилась с Канатом, что тебя больше впечатлило? Вот молодой человек или вот то, чем он занимается? Ну, то, чем он занимается, конечно, впечатлило. Но... То есть все-таки дело красит человека, да? Ну, мне кажется, что когда мы с ним познакомились, я вообще не знала его как режиссера. Я не была знакома с его творчеством, только с «Бала» фильмом. Вот, и я сразу с ним... Я как бы не успела стать его фанаткой. Вот, и мы начали сразу же общаться, и мне он, конечно, больше понравился как человек. То есть это прям... Хотя тебе говорили, что я не очень человек, да? Ну, нет, никто. А кто говорил? Ну, не знаю. Конкуренты? Нет, никто так не говорил. Мне понравилось то, что он был... По нему было видно, что он очень добрый. То, что я первый раз увидела «Бала», мы познакомились, в принципе, из-за этого фильма. И просто я увидела, что... Я поняла, что он снимал это один. Начиная от идеи, да, до реализации. Я была просто в шоке от, ну, вот, как широты души, что можно самому все это сделать. То есть меня это, конечно, поразило. Это Дина была, жила тогда в Канаде. И, а вы знакомились вот так? В Канаде. В Канаде. В Канаде? Да. То есть Дина училась там? Да, я там училась. Потом у меня был такой период, когда я скучала по дому. Я смотрела там на Ютубе все подряд, все, что с Казахстаном связано. И мне вот попался его фильм. Я посмотрела, я была в шоке. Я увидела вот имя в конце, там, Бесикеев. Я нашла его в Инстаграме, зафоловила его. И я потом просто в сторис выложила, что хочу выйти замуж за, и его отметила. Но это была да? как шутка. Да, это была как шутка. Правда? Да, да, то есть да, я да. отметила, потому что мне вот настолько понравилось, что вот хочу выйти за него замуж. И он это увидел, но я думала, что он никогда этого не увидит. Потому что у него там было 50 тысяч подписчиков, я думала, он никогда не увидит. Вот, это был больше прикол. И он увидел, ответил мне, и мы начали так общаться. Слушайте, хороший способ, девчонки. Просто сейчас пишем всех сторис, отмечаем всех мужчин. Хочу замуж. Да, отмечайте, Димаша Атлета. Как у тебя было, получается, заполучить? Да почему? Почему? Ну вот, получается, да. Айдин отметил, ты такой, сразу, все, женимся, давай. Да, да, я так написал, все, я готов, говорю. Да, он написал, я вас заберу. Как романтично. И ты потом поехал в Канаду? Нет, я летел в Америку, я говорю, через месяц-два я буду в Нью-Йорке, прилетаю в Нью-Йорк, и на что, ну, один не ответил, ну, я сказал, что не приедет, а вот зря, да, классно было бы в Нью-Йорке. Вот, и, ну, мы начали общаться, и мне понравился человек, я говорю, ну, надо в Канаду слетать, я сделал визу в Америке, мне ее прям вот судьбоносно, мне ее буквально очень быстро ее сделали, хотя очень сложно ее там сделать, канадскую визу именно в Штатах.
И вот я полетел там буквально на месяц, и вот, и пожил там в Канаде, пообщались, и вот один заканчивал университет тогда, и я сказал, поехали в Алмату, в Казахстан, будем дальше строить нашу жизнь. А Дина, ты уже ты собиралась домой, да? Или думала остаться? Нет, вообще нет. Я туда ехала, ну, с целью, чтобы эмигрировать, там, оставаться навсегда, но как-то у нас прям такая была любовь, и я просто не видела другого варианта, и мне было странно там оставаться. И отношения на расстоянии тоже как-то странные. Я решила вернуться, посмотреть. Ну и первые там 2-3 месяца было классно, все, я понимала, что... Ну, то есть я себе сделала, что у меня виза заканчивалась, потому что я уже через 3 месяца не могла вернуться обратно, и я просто подумала, все эти первые 3 месяца я посмотрю как. И было все идеально, классно, как бы я видела, что человек серьезно. И я уже чувствовала, что это моя последняя остановка, и что он также ко мне серьезно относится. Я, ну, как бы, зачем она, ты готов был, да, жениться уже? Если честно, нет. До Дины я принял такую форму, что, скорее всего, я буду долго ходить один, буду творческим, одиноким, и думал, ну, начну получать удовольствие от этой жизни. Mm-hmm. И сразу и родители, то не давите меня, не говорите мне. Mm-hmm. Ну, у судьбы были свои планы. Да. Должен был родиться Орланчик. Да. И вот Орланчик родился, у него тоже был свой дедлайн, да, когда выходить на свет.